Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как перестать быть переборчивым парнем, пишите вы, как открыть сердце? Ну, если я правильно понял ваше сообщение, то вы здесь говорите про страх близких отношений. Потому что если мы говорим о том, чтобы перестать перебираться в людях, да, то есть как бы, ну, больше слушаться именно вот свои, допустим, чувства в этом ну, в этом контексте, да. Это вот больше про именно то, что вы боитесь сближаться с мужчинами. Вот. Ну, по каким-то причинам, я уверен, причинам достаточно серьезным и важным, но тем не менее причинам, которые мешают вам по большому счету вот как-то ну двигаться дальше и мешают вам по большому счету именно развиваться в отношениях. Вот. То есть что такое переборчивость, а? Переборчивость в этом смысле именно. Это важно подчеркнуть, что переборчивость в этом смысле, это именно история про то, что с этим я не хочу быть, с этим я не хочу быть, с этим я не хочу быть. Вот. То есть вы обратите внимание, что речь идет как бы вот, ну, несколько, да, про вас. То есть речь идет не про, ну, не про мужчину, да, например, что вот, ну, что вы хотите там, ну, для человека, вот, к примеру, сделать что-то. А именно речь идет вот как раз про вас, что вам хочется, чего. Вот, это разные вещи, поэтому сейчас вы переборщик, потому что, ну, мне так, по крайней мере, кажется, вот, потому что мало кто может как бы дать вам то, чего вы хотите, условно говоря. Вот. Мало кто из мужчин может, ну, удовлетворить вас. Например, дать вам, к примеру, стопроцентную уверенность. Вот. Ну, в чем-то. Стопроцентную уверенность, например, в будущем, допустим. Вот. Понимаете? Ну, это я, к примеру говорю, опять же. Как бы. Это не обязательно прям вот про вас. История. Это не обязательно. Не обязательно, но тем не менее, все-таки вполне реально и вполне возможно. Вот. То есть, понимаете, как, в чем штука, в чем штука здесь. Вот. Чтобы открыть сердце, опять же, что такое, что вообще такое, открыть сердце.
от сердца, это позволить себе делать что-то, для кого-то. Вот. Ну, в частности, для мужчин, к примеру. Ну вот, именно вот, в частности, делать что-то для кого-то. Вот. Соответственно, если вы себе это позволяете что-то делать для кого-то, то вы открываете свое сердце. Вот. Ну и понятное дело, что если не позволяете, то не открывать. Поэтому тут нужно смотреть, что конкретно и как конкретно вы выстраиваете отношения. Ну, допустим, с мужчинами, к примеру. Вот. Каким образом это происходит у вас? Вот я думаю, так можно примерно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Вот. С точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Если у вас был вот, ну, неудачный опыт в отношениях, то с этим неудачным опытом имеет смысл поработать, потому что он может на вас оказывать существенное влияние и мешать вам быть собой в отношениях. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи!